Здравствуйте, друзья! Ролевой шутер Witchfire от людей, подаривших нам Painkiller и Bulletstorm, нагрянет в Steam уже сегодня, спустя год после выхода в EGS. Прохождение позволит продолжить с прежнего сохранения, в том числе на Steam Deck. Правда, из раннего доступа игра выберется только в конце 2025-го. После охоты на ведьм можно будет отдохнуть в уютном симуляторе строительства замка в Tiny Glade, где не придется отвлекаться ни на сражения, ни на заботу о жителях, только творить и любоваться. А вот в глобальной стратегии от бывших разработчиков цивилизации вряд ли будет легко. Ара History Untold опирается на наследие Сида Мейера, но у нее есть свои фишки. Уникальные лидеры, отсутствие готовых путей к победе, нелинейное древо технологий и одновременные ходы в мультиплеере. Ара принесет аромат свежести в жанр, в том числе для подписчиков Game Pass. Одновременно стартует ролевой экшен Greenfall 2. События второй части начнутся за 3 года до первой, а в главной роли выступит уроженец острова Тирфради, бросивший вызов тирану материка Гакан. Разработчики пообещали сохранить акцент на сюжете и выборе и доработать боевую систему. В раннем доступе будут первые главы, 3 большие локации и напарники. Версия 1.0 заявлена на следующий год, но, кажется, сейчас авторы ни в чем не уверены. Недавно в студии Spiders началась масштабная забастовка. В тот же день в раннем доступе появится кооперативный хоррор-шутер The Forever Winter от ветеранов индустрии, в котором предстоит бороться за выживание в мрачном мире будущего. Mortal Kombat 1 получит дополнение Chaos Reigns с продолжением основного сюжета, по предзаказу которого выдают эксклюзивный Combat Pack 2 с Нубом Сайботом и еще 5 персонажами. Warhammer 40 000 Rogue Trader познакомит игроков с древним культом смерти в аддоне Void Shadows, а приключенческий платформер Epic Mickey от создателя Deus Ex Уоррена Спектора спустя 14 лет перестанет быть эксклюзивом Wii благодаря ремастеру. В четверг серия The Legend of Zelda пополнится первой игрой с Зельдой в главной роли. В Echoes of Wisdom принцесса сама будет спасать Хайрул, жители которого пропадают в загадочных разломах. В этом ей поможет волшебный посох, позволяющий копировать предметы и творчески решать задачи. А найдя меч, героиня буквально станет женской версией Линка и сможет полноценно сражаться. Также в четверг питерский разработчик Иван Суворов выпустит суровую вариацию Контры — Iron Meat. Воксельный стелс-детектив Shadows of Doubt выйдет из тени раннего доступа. До релиза наконец доберется космический роглайк Bridgeway с путешествиями по галактике и пошаговыми карточными битвами. А уже ставшая хитом Balatro лишит покоя и, может быть, работы еще больше людей из-за релиза на Android и iOS. Цена — $10. Ну а в пятницу Electronic Arts официально запустит очередную FIFA EA Sports FC 25, в которую покупатели абсолютного издания играют с 20 сентября. Правда, женский футбол в режиме карьеры и другие новшества мало кого впечатлили. В Steam новая часть по традиции тонет в красных отзывах. Среди недавних релизов выделим мрачный ролевой Beat'em Up Immortal Hunters от болгарских разработчиков, вдохновленную Chrono Trigger киберпанковую ритм JRPG с пошаговыми боями Killlocker, а также 2 сборника UFO 50 с полусотней совершенно новых игр в стиле 8-битной классики и набор переизданий кроссоверных файтингов Marvel's vs. Capcom. На этом все. До встречи в следующем выпуске Games Blender, друзья!